Он сказал, до офиса сейчас доедет, наберет это самое, ошибку в офисе. Говорит, ну не могу сейчас. И, короче, перезвонит, скажет. Ну, короче, на WhatsApp ему отправил номер, а там будет смотреть. Шеф тут говорит, пробуй работай. Я сейчас буду тогда по верхам хоть ходить, раскидывать эти ветки. Хочешь пообщаться? Федор, да все нормально. Короче, сейчас поставим экскаватор в работу и будем ждать звонка от Лонмади по поводу неисправности, по ошибке. Понятно. А Денис там амульчирует, да? Рядом с вами? Денис мульчирует. Сейчас мы его отправим на другую сторону леса. Там у нас пильщики, бригада зашла. Выбьет кустарники, подготовит площадку и вернется сюда к нам работать. Корни утилизировать. Понятно, ясно. А через лес он не может проскочить? Не, через лес не проскочит. Не, не. Там словно такой. Задирация хорошо берет. Ты далеко от нас, от экскаватора. Ну вот, делянка, где завалены деревья, где подняты, где завалены. Я в яме с тобой. Все, ладно, идем работать. Да, да, хорошие рации. Ребята, вот рации хорошие, если что, берите для работы. Жень, на рацию в карман себе брось, пусть лежит. Опа. Ты еще таких пару, Антон? Да, надо. Чтобы коннектили с пульсером. Так и работаем, ребят. Здесь будет озеро, все затапливаться. Это все вырубается. И компенсационная высадка. Заказчики будут высаживать потом. Гектар, где-то 100 с лишним гектаров высаживать. Ладно, поеду.